Приехал на СОЖ, в деревню Баков. Вот прям в поле ставлю машину свою и иду. Точнее, пытаюсь автостопом добраться до Мирогоша. Вот здесь хороший вылаз из воды есть. Как раз я здесь буду вылазить из нее. Оставляю машину здесь и пойду автостопить до Бакова, точнее до Мирогоша. Там ждет меня Аня с лодкой. Сейчас попробую на фронтальную камеру записать видосик. Ну, неплохо, неплохо видно меня. Реально прошло где-то минут 20. Я уже вернулся, ну, почти в Мирогош. Вот иду, с трассы свернул на Мирогош. Три машины меня подвезли. Одна подвезла по Бакову до дороги. Вторая по дороге до объездной Чериковской. И третья с объездной до поворота на Мирогош. Так что довольно как слон, 20 минут. Я на это дело закладывал где-то около часа. Буквально мне тут идти осталось километра каких-нибудь 2. Их я планирую пройти минут за 20 тех же, если попуток не будет. А здесь попутки, скорее всего, будут, поэтому здесь уже намного проще поймать попутку, потому что люди, которые едут в деревню, со своей же деревни человека не подвести, как бы это неприлично считается. Поэтому я уверен, что первая же машина остановится и подкинет меня до Мирогоша. Хотя там и так близко. Я думал, что от Мирогоша до Бакова очень близко будет, там километров 5. Я так не замерял расстояние, я приблизительно знал, что не так далеко. Но оказалось, что дальше, потому что ехал я минут, наверное, 15 на машине. Это где-то километров между ними 20. Хотя, может, и меньше, может, каких 15, но пешком пройти 15 километров это дохрена времени. Вот, поэтому я доволен, потому что все складывается хорошо. Машину поставил в хорошем месте. Машина не повернула тут. Разделся, несу куртку в руке, потому что жарко, немножко пробежался. Но тут уже осталось пустяки. Вот. Такая красота кругом. Снимаю на новый свой телефон, поэтому нравится мне снимать. У него и фронтальная камера хорошая, и основная камера тоже неплохая. Поэтому мне можно снимать. Есть стабилизация, что очень-таки неплохо. Плываем с Саней с того места, где стоит катер. Оказывается, у нас тут ледоход минимальный начался уже. Машину загнали. Ну что, они скажете, у нас тут... Интервью не даю. Интервью не даете? Нет. Ну, не даете, так не даете. Отрезала? Да. Давай, мне коврик. Ну все, будем начинать ловить рыбку, да? Рыба не поймается. А мне сказали, что сейчас пошла щука, жор пошел. Что у нас будет? Горячая вода. А да, вот. Что у нас тут берег подбивает? А мы сейчас обойдем. Вот так вот. Не вылезая с лодки, мы будем принимать горячие обеды или завтраки. Накрыли спальником, накрыли ноги, чтоб не мерзли. Мне ногам тепло. Тебе как? Руки мерзнут. Ну, руки у меня тоже немножко мерзнут, но это ерунда. Вот. Оказывается, тут у нас кругом лед. На тюльпанчиках замерзает водичка. Вот, дергается по клевке. Оп-оп-оп-оп-оп. Клюет. Клюет, видать. Вот, смотри, какой они клюют у меня. Оп, 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 оп. Клюет. Да. Да, надо да. Подсекать. Красота. Ну, смотри, там вроде бы вообще вода чистая. Впереди. Класс. Вот я где-то вон там ночевал. А? Вот такая вот груда льдинок.
И впереди у нас уже динок меньше. Покажи, Аня, что ты делаешь? Ой, какие ручки замерзшие. Ну-ка, покажите мне нашу кашку. Крышка. О, наша прелесть. О. Оба, что-то белое проплыло, слышь, под нами. Ну что? Ну рыба. Что они для плавки? Вот такая вот красота. Значит. Есть порезы. Вот порез есть возле хвоста, очевидный. И просто срезала часть хвоста. Как лезвием, вот. Вот. Блестит. Следовательно, щучка активна. Сплавляем все, посажу. Рыбка поклевывает иногда. Тут такая она смель. Так, поразим. Все замерзли. Я тоже замерз. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот такое вот дно. Уходит в глубину. Тут глубина большая. Берег такой немножко Ой, холодно, меловой. Пора делать костер и шашлычки. И вот пол дерева торчит. Вот под этим местом, я уверен, 100% есть крупная рыбка. Тут корни его. Стали в таком месте. Будем делать сейчас шашлычки. С травами у нас проблем нету. Ну что, Аня, вы согрелись? А кушать хотите? А что вы хотите? А? Хочу теплую ванну. О! Ванну, джакузи. О! И миллион долларов, да? Нет. В багажнике Феррари. Да, ребята, места тут. Получились вообще отменные. Шашлычок получился такой, что пальчики оближешь. Копытных, парнокопытных, да. Вот. О, какие следы. Так, гуляет здесь зверь дикий. Решил половить на такую вот гигантскую снасточку. Да, солнце садится, а мы еще даже полпути не проделали. Это машины далеко. Что делать, даже не знаю. Вот. Ну и я буду ловить рыбу дальше. Вот ты мне испортила всю рыбалку. Я тебе сказал, завези меня и забрал от меня завтра. Я бы переночевал и... Кайфовал бы. Турбодизель, Антоша, вперед, вперед, вперед. Боковую скорость снимаю. Снимаю боковую скорость. О, какая скорость. Мы так доплывем скоро. Какие места, вода прозрачная, красота. Я думаю, тебе не до красоты с такой скоростью гребсти. Но зато накачаешь себе мускулы. Турбомотор. Антон Петров. Сколько лошадиных сил? Я думаю, парочка будет. Может, три. Три? Ну, да, ну я думаю, наверное, ну, будет полторы. Может, удачи.
Ну, мы движемся довольно-таки быстро. Я думаю, километров 10 в час. Устали? Молодец. Буду передыхать. Передыхать? Да, отдыхать. Снимаем исторический момент. Ловим щуку. А может сама? А может судака? Щуку. Сколько сегодня было поклевок? Признайтесь честно. Две точно было. А вы ее чувствовали? Или это был зацеп? Мы ее чувствовали. Это был не зацеп, так как рыбка порезана, как лезвие. Во многих местах. И поколота. Оп. Я смотрю, что твоя лошадиная сила приугасла. Ну как приугасла? Мы по течению плывем. Конечно. Если мы будем так плыть, то мы будем плыть два дня. Ну, ничего страшного. Нас объявят в розыск. А за то, как сейчас хорошо ловить. Не то, что утром. А что утром вас не устраивало? А утром меня устраивало обморожение на тюльпанчике. Обморожение? Обмазывание на леди. Ты говори нормальным языком. Не каждый понимает, какой тюльпанчик у тебя. Тюльпанчик? На кончике спиннинга. Являлась, блядь, белая. Ты, я уже думала, у тебя тюльпаны цветут. Да? Нет. Снимай. Мы поймаем сейчас щуку на камеру. Крупно, 6-килограммовую. Так, ну, не ставь, ставь на большое видео, потому что такую щуку за 5 минут не достать. А потом мы будем смотреть второе видео. Целый час, как Антоша доставал щуку. Да, можно растянуть его. Тут же есть замедленная съемка, чтобы увидеть, как щука делает свечки, как она выпрыгивает, на сколько метров. Можно сделать. Я думаю, сумму. После твоего фильма количество подписчиков у тебя уменьшится. Нет. Да. Такие что-то на любителя. Кому-то нравится. Как мне. Раз тебе? Мне нравится, значит еще кому-то нравится. Да. Вот такое тут хорошее дно. Прекрасное место. Щука что-то не хочет брать. Для того, чтобы не поймать рыбу. О, плывем. Воды не видно. Оп, видно. О, выпустили. Нормально все. Итак, плывем по Сажу. Уже недалеко от Бакова, где нас ждет теплый, уютный автомобиль. После того, как он прогреется, таким он станет для нас. А сейчас он холодный, собака. И, ну как, Аня, вам поездка понравилась? Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Закончилась. Давай садись. Но она уже подходит к логическому завершению. Все отлично. Еще целый час колопаться. Не надо сочинять. О, у тебя так, сейчас сниму, так блестят эти самые. Это замерзшая или у тебя такая куртка с блестками? Замерзшая, блесточек у меня не было. Блесточек. То, что ты брызгался, брызги летели. А как я брызгался, расскажите. Дайте накрыться мне. Ничего, вы прячетесь. Детский садик немножко замерзло. Ладно. Мы тут перекрутились. Что еще раз? Не, мы нормально. Мы перекрутились. Я знаю, что перекрутились. Ничего страшного. Все отлично. Настроение супер. Скоро будем в машине. Конечно, было бы супер остаться на ночь, но на ночь действительно холодновато. Поэтому мы решили, ну не мы решили, как бы Аня там плакала, что она не хочет ни в коем случае оставаться на ночь. И поэтому
учитывая пожелания слабого пола, сильный пол принял решение о том, что фиг с ним, будем мучиться до ночи. Ну, не до ночи, сейчас 6 часов только, 18 часов. Коряги. Коряги? Давай посмотрим. Что-то я не вижу коряг. Нету коряг. Сзади. Сзади? Мы же плывем с жопой. Какой жопой ты плывешь? Задом мы плывем, не передом. Корма плывет. Ну, логично, логично, не переживай. Все, ладно. Я выключаю. Все живы, все здоровы. Наконец-таки мы приплыли к машине. Вот. По звуку слышен, как машину завел Антон. А еще слышны утки или индюки. Вот. Но это уже не важно. Ни одного следа нет. Никто здесь даже не ходит. Ну что? Счастливы? А вы счастливы? Я? Нормально. Ну что скажете? Выпрыгивай, смотри. Что скажете? Ну что скажу? Довольны? Ну, машина вроде как с колесами стоит. Колесами? Завелась как-то туговато. Да? Ясно. Давай. Век.